купил 150. Зарядное устройство с полностью автоматическим режимом работы. Зарядное устройство поставляется в небольшой упаковке с пользовательской инструкцией и гарантийным талоном в комплекте. Wimpel 150 относится к начальной линейке полностью автоматизированных решений для восстановления разряженных автомобильных и мотоциклетных 12-вольтовых батарей. Устройство изготовлено в прямоугольном корпусе из пластика общими габаритами 17 на 15 см. Вес зарядки не превышает 500 грамм. По бокам корпуса предусмотрена перфорация для охлаждения элементной базы конструкции. На переднюю панель вынесен светодиодный индикатор, который горит красным цветом во время заряда батареи и зеленым, когда зарядка окончена. Сетевой шнур и выходные провода с зажимами для подключения к аккумуляторам уложены в задний отсек корпуса. На корпусе на выходном проводе находится предохранитель для защиты зарядного устройства при нарушении полярности в случае неправильного подключения к батарее. Имейте в виду, что зажим с красным изолятором идет на плюсовую клемму, а зажим с черным изолятором на минусовую. По характеристикам зарядка Wimpel 150 привлекает внимание широким диапазоном емкости заряжаемых батарей, а также полностью автоматическим режимом работы, что позволяет заряжать аккумуляторы без контроля и обслуживания процесса заряда.